Уровень реки Киринги в селе Казачинском по-прежнему выше нормы – 274 сантиметра при критической отметке 250 сантиметров. Потоплен 21 приусадебный участок и один жилой дом. В воде остаются 6 участков деревни Нижнемартыново, в селе Кутима – 3 жилых дома. Силами администрации спасательных подразделений проводится оповещение населения о складывающейся гидрологической обстановке. В Казачинско-Ленском районе работает оперативная группа главного управления. В населенных пунктах несут дежурство пожарно-спасательные подразделения с плавсредствами.